Всем привет, с вами Герасим Шоу, и, как я обещал, я хвастаюсь своей последней покупкой. Ну, вот это не моя покупка, это покупка моего друга, как вы знаете, кто-то нет, это покупка Дани. Так, пёс, куда лезешь? Это мой пёс, Оди, представься. Давай. Ура! Смотрите. Ну, не будем на него внимания. Ну, женщина потом полюбит его и буду каждый раз его показывать. Ну вот, и у нас сегодня, как вы видите, белые бицы и бицы красные от Джордана, я правильно сказал его имя. Что я хочу вам сказать? Вы сейчас подумаете, что я их купил за... Мы их купили за 15 тысяч. Нет, мы их купили за 5 тысяч, потому что мы их заказали в Америке, и нам их привезли через 2 месяца. Но сейчас это будет быстрее. Чтобы, ну, вы хотите купить такие же наушники, только другие цвета, так далее, подобие, я вам внизу выложу тот магазин, там у меня, можно сказать, работают мои друзья, они мне их заказали, и, можно сказать, они их привезли. Я был рад, мой друг Даня, Bad God Games, кто не знает, канал Bad God Games, он будет внизу. Что я хочу вам сказать? Они офигенные. Ну, я эти не юзал пока, но я их оставлю для Даньки. Я даже не буду открывать эту коробку. Не, я, конечно, открыл ее, посмотрел, все нормально. Я буду юзать вот эти. Ну, они давно поюзаны. Давайте я возьму. Как видите, тут нарисованы бицы. Бицы Monster Beats, так далее, так далее. Я почитал тут на днях, что чтобы узнать, настоящие они или нет, первое, что должно быть, у доктора Дре должна быть шея вот здесь. Должна быть тут шея. Тут не будет шеи, тогда они китайские. Это первый признак того. Второй признак. Где-то должен быть еще второй признак. Второй признак. Я даже не помню. Нет, ну. Вот на Даниной коробке. Сейчас посмотрим. На Даниной коробке. Вот, у Даниной коробки. Будем его Даниной называть. Вот у Даниной коробки вот эти маленькие буковки, они должны доходить вот до сюда. Вот. Как, вот до сюда. Они будут доходить вот до сюда. Вот такие будут. Тогда это китайские. На мне они не будут показывать, потому что у меня фирменные бицы. Давайте откроем. Блин, мне неудобно, фак. Так, вот. Так. Мне неудобно держать камеру. Так. Так, давайте. Тут есть специальный язычок. Фак, где он? Фак, где он? Не хрипи. Сейчас. Я возьму. Блин, окей. Так сделаю. Так, неохота упаковочку испортить. Знаете, кривыми руками. Так. Поставили, я все открою. Так, как вы видите, вот такая упаковочка красная, у Даньки она белая там внутри. Давайте откроем, конечно. Так, как вы видите, тут, как видите, чехол и наушники. Давайте посмотрим. Конечно, я их давно послушал, качество офигенное. Я как-то наушники Данин не буду слушать, потому что как-то некрасиво будет, можно сказать, послушал чужие наушники, и это будет пипец. Мне будет стыдно, что я послушал. Или нет, не знаю. Я проверил. И мой друг тоже проверил. Ну, конечно, я их упаковал. Так. Конечно, я их упаковал. Так, за камеру уберу. Надо как-то камеру поставить так, чтобы вы видели, что я делаю. Сейчас, подождите. На кресло. Так, вы увидите мою всю квартиру. Нет. Идите все в попу. Так. Давайте делаем так. Вот так делаем. Вы будете видеть всю мою квартиру. Я так переезжаю.
Так, я такой маленькой квартирке живу. Так, давайте. Пес, пес! Что ты на меня лезешь? Нет, 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 не сегодня. Я сегодня с тобой не поиграю. Нет, нет, Вадим, я не буду играть с тобой. Я делаю обзор на битсы. Понимаешь меня? Я играю... Что я играю? Я делаю обзор на битсы. Ты понимаешь меня? Пес! Оди! Ну, не обижайся. Обиделся. Это все за вас. Так, это очень упорно. Это был самый длинный обзор. Но они вот так открываются. Конечно. Вот такие. Такие битсы. Что я хочу сказать? Там еще будут батареечки. Я не хочу себя вынимать. У меня очень мало времени. Вот тут с этой стороны. Давай. Вот, видите, вот такие красные штучки, выпады. Там находится батареечка, и еще на крышечке находится специальный пин-код, а его серийный номер, битцов. Там не будет серийного номера, тогда они китайские. Но это у нас нету, у нас все это. Тут у нас... Как вы знаете, чехол, красные, ну тут все, тут красные эти наушники, тут еще есть провод. Еще хочу вам сказать, что вот такая штучка, я не знаю, как это называется, сейчас я вам подвижу. Господи, да не надо мне тут доктора Дре. Господи, я на картину мою любимую. Давай. Вот. Все, вот видите эту красную штучку, красную полосочку. Вот у фирменных битцов она будет. У вас будет лежать такая какая-то фуфло, такая белая коробка из пластика. Тогда они тоже китайские, без обид. Ну, это можно сказать все. Там находится диск, тряпочка для вытирания битцов, самое важное. Ну, это, можно сказать, все. Вы хотите купить битсы, магазин будет внизу, заказывайте. Там сейчас доставка, я думаю, белый, его так зовут белый, ну, или Ди, как хотите называть его, сделал 5 дней доставку. Ну, смотрите сами. Наушники классные, я их с радостью... купил, Даня тоже, но Данька уехал. Жалко, что он уехал. Он уехал, не будем палить куда. Я даже сам не знаю. Конечно, я знаю. Так, ну, это, можно сказать, все. Подписывайтесь на канал. Не забудьте, что 1 января будет возрождение танков онлайн. И мы будем играть с теми, кто выиграл итоги конкурса. Не забудьте мне написать. Мне, помню, там два человека не написали еще пока. И, можно сказать, клавиатуры будут после Нового года. Ну, я отправлю их после Нового года, потому что дел у меня много и пипец. Так. Ну, это все. На сегодня все. Давайте. Всем пока. Купите битсы. Купите. И ставьте палец за битсы. Все, мне надоело снимать.